Посещение соседнего района эти кибицы начали с посадки деревьев, возложения цветов к памятнику воинам Второй мировой, после чего был подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве. Здесь мы сегодня подписываем меморандум между нашими о сотрудничестве в экономических сферах, между нашими районами, в сфере культуры, предпринимательства, образования. Все-таки есть необходимость сегодня налаживать не только просто дружеские отношения, но и нужны деловые наши отношения. Да, все-таки мы рядом с друг другом находимся, поэтому мы должны как-то вносить свою веру в развитие той или иной района экономического. В этой связи мы хотели сегодня укрепить эти наши связи и как бы затем по мере возможности исполнять эти наши обязательства. В рамках проекта «Бактыбала» для группы этикибийских детей была устроена экскурсия по поселку Светлый. Также был организован ряд спортивных мероприятий, включая товарищеский матч по футболу. В завершение глава Светлинского района поблагодарил гостей соседнего района за их визит. У нас сегодня были не только спортсмены, у нас еще сегодня была целая деловая программа, которую инициировали наши добрые соседи. И мы выходим на новый виток наших взаимоотношений. Мы возвращаемся к старым нашим добрым отношениям уже в новом только виде. Владимир Федотов, телеканал АКТБ.